Понимая важность театра для города, почетные граждане Сергиево-Посадского района обратились в администрацию с письмом о необходимости строительства для театра нового здания. Театральный ковчег также обратился в администрацию, приложив к письму листы с подписями. Исполняющий обязанности главы районной администрации Сергей Пахомов немедленно отреагировал на эти обращения, и было принято поистине судьбоносное решение о выделении места под строительство храма культуры, о чем объявили на градостроительном совете. На сегодняшнем заседании комиссии мы определили место. Это будет бульвар Кузнецова. Это самая широкая его часть, зеленая территория, где пишется театр. Людям будет удобно там гулять. Это недалеко от центра. Хорошая транспортная доступность. Сейчас определимся по габаритам театра и начнем уже работу по его вписыванию к этому привязке к конкретному месту. И нам предстоит связать существующие площади на бульваре Кузнецова с конкретным проектом. Очень много работы, я надеюсь, у нас есть друзья и помощники, и мы выполним возложенные на нас обязанности. Я думаю, что это заинтересованы и мы, и власть, и все жители города. И то, что вот названо конкретное место, бульвар Кузнецова, пересечение вот с Новоуглическим шоссе, ну, место такое, в принципе, я думаю, что подходящее для того, чтобы здесь был красивый театр.
Thank you.